23 ноября. Показано, что уже и маленький тут с ними. Вот встал ночь, поел, пошел. Управленческий кризис. Воспитали, сейчас заботятся, в 30-е годы будет что? А будет то, что управлять некому. В 17 лет, говорит, парень все еще играет. Играет. Вот мне сегодня из Америки прислали ролик и говорят, будущее это за вашими лагерями, где мы готовили к самостоятельной жизни детей. Вот так тут у меня закачка идет. И никак не сделать. Нечего управлять-то, и управлять не то, что чего нет. А масоны, те подбирают себе в университетах умных людей, находят, продвигают. Вот так. Вот я покажу сейчас это вот. Вот. Нас ждет мировой управленческий кризис. Кто хочет, посмотрит. Я стал смотреть и вижу, они ничего не знают. Которые советуют. Директор какого-то там исследовательского института. Ну а что он знает, директор этот? Вот оно как называется. Вот так. Прямо пишут. Дорогой Игнатий Тихонович, вот еще одна встреча, где обсуждается ваша тема, тема летних лагерей, потому что ваш метод гарантирует успех будущего страны. Звучит высокопарно, но идея моих слов подтверждается в этом ролике. Да я это без этого знал. Какое у нас воспитание в лагере было? Ни в одном лагере я не слышал. Нигде. Ни в патриарших, нигде нет. А сегодня это люди не понимают. Мы их готовили не к управлению чего-то. С собой управлять, правильно говорит. Женой, детьми, родом своим. Какой род? Что он имеет в виду? И государством. Никакие они не годны. Да зачем они, такой народ? Он будет сметен с лица земли. Тут антихрист рядом. Рассуждения одни. А сделать он может что-то? Не может. И у него детей отнимут. Сыну 17 лет, он так и играть может. Больше ничего нету. Нас гнобили и гнобили. Но представьте, 45, а фактически уже 47 лет я начальник детского лагеря. Свой устав, порядок. Абсолютно везде должен ребенок самостоятельно мыслить и видеть. Если мы заботимся о будущем, кто ищет небесного, получает и небесное, и земное. Вот так. Вот я даже ткнул немножко показать, как и выглядит он. Повторяю, тут плохо у меня, ну, от телефона работает. Хотя у меня стационарная тут техника. Ну, вот так. Перейти на... Вот сейчас мы переходим куда надо. Она сколько крутится. Загрузка всю энергию поглощает. Вот YouTube. В 2030-м нас ждет мировой управленческий кризис. То есть руководить некому будет. А вопрос, надо или не надо это еще? Вот так. Новый вид человека будет. Да никакой, блудливый и вороватый. Как Пржевальский дал характеристику там одному народу, киргизам или кому. Народ, говорит, мелкий, ленивый и вороватый. Это вот сейчас они таких мелконькие только. А кто будет управлять? Да у Господа все известно. Будут управлять евреи. Они заботятся об этом. Это предсказано, и не надо тут злиться на них. А они будут управлять, если не знаете. Как Мамонов говорит, сыну говорю, работать будешь по добыче нефти там каким-нибудь помощником на китайских нефтяных вышках в своей стране. Они ничего не знают. Одно клубы разные там им, молодежи, они блудят бесперебойно. И никуда нету истощенной, в армию-то брать некого.
Это пишут, я беру из интернета все эти данные. Накапливаются нерешаемые системные управленческие кризисы. Мы вот сейчас подходим к началу этих. Вот видите, как о чем рассуждают. И правильно рассуждают где-то. Правильно, конечно, правильно рассуждают, но не знают где-то. Вот мы воспитывали, ни в одном лагере этого не было. Я знал ни один лагерь. Вот так. Можно это убрать даже теперь. Сейчас гляну, что у меня тут идет. Загрузка идет. Осталось еще 32 минуты. На этом все.